В выходные в Солигорске прошла региональная ярмарка. Торговые ряды расположились на площади и вдоль улицы Ленина. Купить теплые вещи и обувь по низким ценам можно было в течение дня, а также запастись витаминами на зиму, приобрести саженцы и работы ремесленников из разных уголков страны. Мы к вам приезжали уже много раз на выставке. Наши мед знают, к нам даже на пасеку ваши товарищи приезжают за медом. У нас стационарная пасека в Гребло, а выездные мы выезжаем на прицепы на Лебогское пуще и Березинский заповедник. Вот эти лесные меда оттуда, болотистые, особенно Лебогское пуще, там у нас очень хорошо бортневой мед у нас там. Потом у нас прополисом с пергой. Он очень пользуется сейчас спросом при пандемии этой. Вообще-то антисептик очень хороший. Сейчас надо, как говорится, его и кушать, этот мед. А так у нас хорошее разнотравье, тоже лесное очень. Ой, все, вот кошек купил, мясо, белкали, календарь. Ну еще по что-нибудь купим. В принципе, есть все, что только душа пожелает. Пришел, все свежее, все хорошее, все свое. А помочь доставить до дома тяжелые сумки с овощами и фруктами вызвались волонтеры Белорусского республиканского союза молодежи. У нас акция «Помощь курьерам». Мы помогаем пожилым гражданам при перевозке продуктов. Мы пришли из колледжа, нас пригласил БРСМ. Ну, выходной, почему бы и не помочь людям. Региональная ярмарка – всегда праздник для горожан, а поддерживают такую атмосферу творческие коллективы Солигорщины. Помимо отоваривания, можно было полакомиться горячим шашлыком, выпечкой и блинами. И самым маленьким гостям было чем заняться на ярмарке – работал прокат пони.